Всем привет, ребята! Это Денис Моряк говорит, и мы продолжаем играть в «Зомби против растений 2». Приключение. Так, Египет. 7 уровней я пропустил, потому что я их давно знаю. Так. Подсолнух, горохострел, стеноград, картофельная мина, блумеранг, капуста, пульта. Так, что еще из этих растений взять? Слушай, ну давай. Перец халапеньо. А, нет, кабачок. Не-не-не-не, вот это, которое дает подкормку. Поехали. Пищавый шторм. Так, подкормка. Еще подкормка. Я вроде всех убил. Пройти 5 уровней приключения. Следующий уровень. Давай так же возьмем. Хотя нет, давай вот снежный горох возьмем. Поехали. Снежный горох сажаем сюда. Капуста, пульта. И тут капуста, пульта. Так, между горох, капуста, пульта, блумеранг. Так, пройти 5 уровней приключения. Да пошел ты в баню, долбанный 18+. Получил пожирателя могил. Так, поход в Древний Египет. Давай вот это не будем брать. Возьмем могилу, пожирателя могил.
Поехали. Нужно дождаться, когда перезарядится. Решили. Так, снежный горох. Капуста-пульта. Капуста-пульта. Пройти 5 уровней приключения. Следующий уровень. Выжить атаку зомби с полученными за меня растениями. Подсолнух, грохострел, пожирательный дед, подсолнух, пришли, подсолнух, грохострел, подсолнух, бумеранг, грохострел, бумеранг, грохострел, бумеранг, бумеранг. Пията. Пройти 5 уровней приключения. Деньги. Семена на бокс чой. Семена на пожирателя могил. Следующий уровень. Так, снежный горох не будем брать. Так, горохострел и древофакел. Поехали! Пошли! Сажаем древофакел! Горохострел, древофакел. Давай рядом с этим зомби. О! А, это зомби-фараон, наверное. Под курочком. Так,
Нифига себе. Так, изъято. Квест пройден. Что там? Деньги. Семена на капустопульту. Семена на подсолнух. Так. Выжень, не сожжать растения на плесень. Так, лет срок. Поехали. Нельзя сажать на колонии плесени. Так, бумеранг. Вот попкорнка. Опять этот зомби-ранг. Так. Увеличивай мощность дрова факела. Увеличивай мощность дрова факела. Увеличивай мощность дрова факела. И получаем новое растение. Семена на бокс чой. Так. Получаем 2 алмаза. Пройти 5 ежедневных акций. Посмотрите рекламу, чтобы получить что-то. А мне пофиг на рекламу. То есть реклама меня бесит. Так. Поход в Египет. Let's rock. Поехали. Так. Пожиратель могил. Дракострел. Дерево факел. Дерево факел. Пень факел. Какая разница? Ой, опять это зомби-ран. Точнее, дракула. Всех убил. Сад Дзен доступен. Давай посмотрим, что в саду Дзен. Посадить росток. Златоцвет хочет пить. Так, алмазики. Можно сажать еще один росток. Так. Купим 25 ростков. Ой. Чё сюда зашёл?
Так. Возвращайся в сад Дзен, только получить деньги. Может еще раз зайти в этот сад Дзен? Сажать еще один росток. Она хочет пить. Это у меня в Карине. Возвращайся в сад Дзен. А мне пофиг. Выжить и защитить вымирающий... блин. Что, дурак, что ли? Выжить и защитить растения, которые на полосатых клетках. Поход в Древний Египет. Так. Let's rock. Поехали. Пията. Деньги. Семена на бокс чой. Семена на огорошиватель. Поход в Древний Египет. Так. Капуста пульта. Let's rock. Поехали. Пришли. Так, картофельная мина. Thank you.
уровень. Сажать не более 14 растений. Поехали! Ой, ты что, дурак, что ли? Ускорение подкормники. Планировать свою защиту и победить зомби. Так, вот эти растения не могу использовать. Так, бумеранг. Что еще? Так, интересно, что мне выбрать. Кабачок! С эффектом подкормки. Так. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. Ага, пожирателя могил я не могу использовать. Так. Орешки. Let's rock. Песчаный шторм. Кабачок. Вот кабачок. Вроде всех убил. Следующий уровень. Сажать не более 16 растений. Выжить, не сажать на колонии плесени. Поход в древний Египет. Так, можно уже брать этот пожиратель могил. Так. А, надо подсолнух взять. Точно. Так. Подсолнух и снежный горох. Потому что тут вот этот исследователь появился. Поехали. Сажаем снежный горох. Еще снежный горох. Еще снежный горох. Ну,
вот это зомби с ведром. Сдох. О, новая растение. Семена на огрошиватель. Следующий уровень. Выжить и защитить растения на полосатых клетках. Поход в Древний Египет. А, ледяной салат. Так, возьму горохострел и пень факел. Поехали. Два часа дня. Следующий уровень. Поход в Древний Египет. Так, двойной подсолнух, зерна пульта и арбуза пульта за меня выбранная. Так, пожиратель могил. Капуста пульта, ледяной салат, снежный горох. Так, что еще? Пень факел я не буду брать. И, наконец, кабачок. Поехали. Надо дождаться, когда семена зарядятся. Так. Пришли. Так, капуста пульта, зерна пульта. Так, кабачок. Арбуза пульта. Зомби фараон. Кабачок. О. Ускорение солнца. Сажать не более 18 растений. Выжить, не сажая на колонии плесени. Поход в Древний Египет. Так, арбуза пульта не буду брать, зерна пульта тоже. Так, возьмем, наверное, огорошиватель. Так, пень факел. Лилию. Просто подсолнух. Поехали. Пришли.
Огорошиватель, факел. Кабачок. Факел. Пожиратель могил. Огорошиватель, факел. Кабачок. Огорошиватель, пень-факел. Огорошиватель, пень-факел. Огорошиватель, пень-факел. Кабачок. О, зомби фараон. Он уже всё. Следующий уровень. Ой, Гаргантюа, мумия. Поехали. Кабачок. Ой, я хочу на огорошиватель посмотреть сюда. Вот кабачок. Так. Огорошиватель, пакел. Чертенка кинул. Я прошел. Деньги. Семена на блумеранг. Семена на ледяной салат. Планировать свою защиту и победить зомби. Так, подсолнухи не брать. Так, что еще? Так. Кабачок я взял. Бокс чой. Картофельная мина. Подготовить свою защиту. Так, огорошиватели. И факела. Бокс чой. Поехали. Семена на двойной подсолнух. Следующий уровень. Бабай-то, баба.
Босс! Поехали! Сажаем бокс-чой, капуста-пульту! Огорошиваться! Бумеран! Пожиратель магнит! Ледяной салат! Бокс-чой! Подкормка на бокс-чой! Давай, сейчас он сдохнет. Босс побежден. Так, ключ на пиратские моря. На этом я заканчиваю. Кому понравилось... вторая серия, то обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайк этому видео. С вами был Денис Моряк, и всем пока!